Очередная посылка из Китая дошла за 25 дней с момента заказа. Продавец отправил на следующий день. Потом ее перехватили и шла она в общей посылке через новую почту. И здесь должна быть сетка на мой боливарчик. Сетка на сиденье. Давайте вскроем и посмотрим. Так, аккуратненько, чтоб не повредить. И вот она, сама сетка. А вот так вот она выглядит на сиденье. Для чего эта сетка нужна? Эта сетка нужна для того, чтобы ваша опа не потела летом. Когда летом жарко и вы долго едете на мотоцикле, там пару часиков, у вас начинает потеть опа и прилипать к сидушке. А эта вот сетка для этого и предназначена, чтобы она у вас не потела. Это так было ли так я вкусно? Это еще так было. Так вот, опа у вас не потеет и вам комфортно. Сетку заказал себе размером XL, это 87 на 51 сантиметр. Там есть и другие размеры, там 6 видов размеров у продавца. Здесь написано XL, тут что-то цифры какие-то другие, но может это в дюймах. Ну и вот она такая вот сеточка. Здесь даже ремешок вот есть. Чтоб не спадало, застегнуть можно. Не знаю, большая, небольшая. Я померил сидушку, длину и померил в ширину. И более-менее подошел вот этот размер, чтоб не маленький был. В принципе, если будет большая, то можно просто там под сиденье побольше засунуть, да и все. Главное, чтобы не маленькая была. Материал написано у продавца, из чего сделана сетка. Полиэфирная 3D ткань. Ну вот, поближе посмотрите. Ну, синтетика какая-то, да, такая вот на леску что-то смахивающая. Но не леска. Ну и пишут, что опа не потеет в отзывах. Затестим, проверим. Отпишемся в постскриптуме. Ну и сейчас давайте я ее надену на сидушку и покажу, как это все выглядит. Ну и вот так вот сетка выглядит на сиденье. Здесь вот немножко тут поднялось, здесь в обтяжку. Но я думаю, при езде здесь вот все выровняется, будет все отлично. Сетка села классно. Размер выбрал правильный. Вот так вот все у нас выглядит. По самой установке на именно мой моцик. Решил немного побомбить и показать, что надо было мне сделать с моциком, чтобы установить эту сетку. А для этого мне надо было доразвалить жопу, но жопу-то развалить там не сильно сложно. 4 болта откручиваешь и все. Самое сложное — это открутить сиденье. Вот сюда вот 2 спильки с сиденья. Вот эти вот входят. И они длинные, смотрите. Видите, они длинные, и головка на них не надевается. А тут гайка накручивается сюда и сюда. Так вот, головка на них не надевается, потому что она длинная, она упирается в головку. И надо накручивать ключом. А ключом, вот смотрите, вот сюда надо подлезть ключом. Здесь жесть, как подлазить, поэтому лишний раз снять сидушку, это здесь пипец полный. Я ее не трогаю до последнего. Пока вот конкретно уже снять не надо, ее не раскручиваю, потому что геморное это дело, и лишний раз делать это не хочется. Сука, шопа, они так вот всю жизнь закручивали такие гайки, эти инженера китайские, кто придумал такую конструкцию, блин, на этом моцике по снятию сидушки. Кстати, смотрите, что еще я увидел. Охреневшие мыши погрызли мне рележку. Мало того, что они погрызли мне грипсы, так они еще залезли сюда, рележку погрызли. Надо отвинтить, посмотреть, может там фильтром мне сгрызли. Вот смотрите, видали? Пылюка какая. Угадайте, когда я мыл моцик. А позавчера я мыл моцик. При том, что стоит моцик в гараже под чехлом. Почему такая хрень? Потому что есть у меня такой дебил один на цепке привязанный. Вот этот зверь. И он цепкой поднимает пылюку. Он сидит над гаражом, тут будка буквально пару метров. И цепкой поднимает пыль. Он вытоптал тут землю, цепкой поднимает пыль. И пыль идет вся в сторону гаража. И помыл моцик. А через 2 дня вот такая вот на нем пылючка. Зачепись, короче. Я задрался ее уже мыть. Ну, естественно, здесь у меня тоже все черненько. Ну да ладно, это я немножко отвлекся по самой сидушке сетки. И вот так вот сетка снизу крепится на вот таких вот липучках, 3 штуках. С размерчиком, как видите, я угадал. Как говорил Папандопола, как по мне сшитый. Даже чуть-чуть можно было побольше взять. Так что с размером все классно у меня получилось. Сеточка села классно.
Ну, еще раз вам покажу. Вот так это все выглядит прикольно. Не знаю, как по самой сетке насчет пыли, то, что моя бабайка обновит ее сразу, то, что моциком у меня он сразу же пыли становится. Наверное, дополнительно чем-то надо будет пленкой накрывать сиденье, чтобы сетка у меня грязной не стала, чтобы потом эта вся грязь у меня на штанах не оставалась. А также сетка будет мне теперь помогать, опа, не будет мне прилипать к сидушке. В принципе, как бы сиденье у меня, опа, и когда я езжу в штанах, и не липнет, а вот когда в шортиках, но я в шортиках езжу с наколокотником и с наколенником, не как мотохантер на спорту 200 в одном только шлеме и перчатках. Так вот, в шортах прилипает и пригорает. Кожа дикая дермантина, опа, липнет. Сейчас же будет у меня все нормально, все будет проветриваться. Класс будет. Так что, кто хочет себе такую вот сеточку? Сейчас уже, правда, полсезона прошло, но все равно еще на оставшийся сезон или на следующий сезон пригодится. Так что ссылочку оставлю в описании, переходите и заказывайте. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Ну и не забудьте нажать на колокольчик, хотя вы даже лайк не ставите. Ну да ладно.